получается в отношении этого собственника, я еще раз повторяю, он самостоятельно, нарушая закон, сделал пристройку без разрешения на строительство. Учитывая, что это произошло, естественно, мы подготовили документы в суд, чтобы привел собственник в соответствие. Но необходимо также проверить, вот этот участок, это крыльцо, у него собственность или нет? 4-10. Если, естественно, это участок его собственности, соответственно, провести работу, чтобы это он демонтировал. Если не в его собственности. В следующий раз будет соображать. И кто мне говорит, что...